Доброе утро. Вот такое вот оно у нас сегодня. Еще все спят. Ликан только не спит. И козы. Подоила козочек. Еще 7 утра нет. Там далеко-далеко луна светит. Красиво. Телефон не передает всей красоты. А прыгаешь на меня, а, зверюга. Елочка, красавица у нас тут. Снег хрустит под ногами. Фонарь. А вон там вон луна. Вот так красиво. Тишина. В деревне. Это вот такое вот три чуда родила ласка. Ох, я и намучилась, и она намучилась сама. Роды были тяжелые. Вот этот вот мальчишка первый, вот этот вот второй мальчик шли неправильно, задом. Я приняла решение помочь ей. Вот этого мальчишечку коричневого вытягивала за задние ножки. Потом вот этого точно так же вытягивала за задние ножки. А девчулечка вот эта вот уже шла правильно. Следом. В общем, слава богу, что все обошлось. Все хорошо. Малыши здоровые. Ласка тоже хорошо себя чувствует. Кушает сено. Вот такая вот мамашка наша, да? Красавица, умничка моя. Вот так усенькие вот они, жопки, хвостиками виляют. Вот, пошла уже. Эта девочка пошла. Оставила ее с ней. Пока Молозева будет кушать, пускай с ней 5 дней сидят. Потом на ночь буду забирать.